что? Это нога? Ой-ой-ой, как это странно все выглядит. У меня ничего нет. А где выход? У меня сейчас голова заболит. Куда мне нужно выйти? Я должен был за время успеть. Давай сконцентрируемся. Что нам надо? А, вот, я поднимаюсь, подожди. Выход. Я вижу выход. Либо я так плохо прыгаю, либо они так херово объясняют. Лети к херам собачьим. А, еще у него стамина тратится, ну ты прикинь. Каким-то невероятным чудом я попал куда надо. На коробку, прыгни на коробку. Так, надо как-то прыгнуть. То есть вот сюда. Опять, еще не, полетели, блядь. Какой кошмар, сука, какой кошмар. Блядь, не могу. Я же выбрался. Что это? Блядь, я не в ту сторону прыгнул, что ли? Ох, сука, напугала меня трава. Это все замечательно, но мне нужно найти, как сохраниться. Из-за того, что нет сохранения, я очень сильно боюсь. Вечерочек, ты на канале Gantec Games, где мы с тобой играем в разные игры. Продолжаем бегать по лесу про эфир. Возможно, это скоро уже закончится. И я чувствую, что мы уже близко к концу. Пойдем узнавать, что дальше в лесу. Погоди. Так, смотри, мы можем бить нормально. А куда бежать? Где тропа? О, какой кошмар. Что это такое? Ну, я вижу фонарь. Нам до фонаря. Так, погоди, тихо. Что это? Леденец? Бубенец? Ой, сука. Что? Иди в жопу. Я не взял леденец. У меня же пустой инвентарь. Почему не взял леденец? Я взял. А это деревянная ручка. А это, я думал, это леденец. Ну все, мы умерли. Мы умерли. Нам сюда. Применить. Я зашел. Отлично. Супер. Есть. Вот это хорошо. Вот это леденец. Кстати, ты заметил? Так, подожди. Нам сразу же выходить? Серьезно? Я не хочу. Ты заметил, что ничего не глючит? Знаешь, что я сделал? Я просто, сука, почистил ноутбук. Представляешь, просто почистил. О, ебаный, сука. Что ты орешь? Да что ты орешь? Шприц. Представляешь? А, дура. Пришла. Блять, я отучился драться с тобой. А это не она так дышала, она же так не дышит. Ну, короче, суть такая, что это была пыль. Представляешь, вот эта пыль портила, сука, игру. Это же бывает такое, ты представляешь? Я что-то не думал, что настолько сильно все может плохо происходить. Все из-за пыли. Какой ужас. Но главное, что это все решилось. И теперь хотя бы все без проблем идет. Нахер мне эти палки? Что у меня есть? А у меня вообще ничего нет, да? Блин, а в лесу, слушай, что-то как-то жутко. Тут еще... Вон она, мразь. Ах, мразь. Я же не... Еще одна мразь! Она бежит! Ой, блядь! Ай, сука! У нее что, нож? Ты что? Ты что, ебанулась? О, мать, иди! О, ясно!
О, на тебе. Так, мы сюда не запрыгнем. Смотри, там в доме. Вон она бежит. А, это, ну все-таки ты так. Ай ты, блядь, я тебя не могу прицелиться. Да ты. Ах ты, блядь, сука. Ай, все, отстань. Ты где? Вот, надо замахнуться, ударить. Все, я понял, она работает так же, как кувалда. Ты отсюда пришла? Нет, не отсюда. Но там что-то должно быть, если она там сидит. Просто так в прошлый раз вот это. Это в прошлый раз делал этот чувак с головой вместо книги. Где у тебя вход? Сейчас я к тебе. О, блин, ты что такое резвая? Ебанулась, что ли? Атя, да, блять, я забываю отпрыгивать. Все, я сейчас все. У тебя здесь ничего нет, нахера я сюда пришел? Скажи мне, скажи зачем. Есть? Что это, нож? Выбросить. Ножницы, левая часть. Класс. А правая будет? Применить. А-а-а! А бить мне чем? Выбросить. Слушай, ну темно. Но я, по крайней мере, смогу биться. Хер с ним, с фонарем в целом. Ну, будем как-нибудь соображать. Ты, если что, мне подсказывай. Мы их по звукам уже определяем. Но они так неприятно. Ой, блядь, напугала, мразота. Мразота напугала. Еще одна мразь. Я ща обосрусь. Сука, это самая страшная хуйня, что могла произойти здесь. А, это самая страшная хуйня. А-а-а, боже мой, бля, это... Это просто, да, мурашек, вот это вот... Вот эти суки. Ой, свой кошмар. Еще кондиционер работает, так холодно. А еще эти мрази. Они так бегают неприятно. Так, тут много палок, ну а толку мне от палок? А-а-а, что, я могу взять палку? Не могу, она не берется. Почему? Возьми две палки, мы будем с двух палок ходить, бить их просто. Это же... О! Ты шо? Ты шо? Твою мать! Иди к херам отсюда! Да, ты чё? А! Блять, отстань! Отстань! Ой, ужас, ужас! Слушай, ну сейчас смотри, я... Так, шприц. У нас есть вот это, но они нужны зачем-то. Вот там даже написано. Этим не получится перерезать веревку. Нужна вторая половина. То есть нам нужно собрать еще одну часть. Искать где-то вторую часть ножниц. А, давай внимательно пробежимся. Они же должны подсвечиваться. Я надеюсь. Просто самая жопа в том... Так, я надеюсь, еще будет видно на... вот она вторая часть. Отлично. Выброси. Бери. Так, вот, все. Собрать, есть. Собраны ножницы, теперь я смогу перерезать ими веревку. Отлично. Теперь нам нужно искать, какую веревку нужно перерезать. Так, этих мразей тут больше нет. Бежим вниз. Хорошо, что поднялись, глянь, я даже что-то не заметил. Где-то там веревка. Ну вот, ладно, они в лесу бегают. Они просто такие быстрые. Drop me. Вот эту веревку надо перерезать. Бросить. Я беру фонарь. Так. Один. Два. Это давай, три. Раз на то пошло. Один, два. Все. А сохранение? А оно было вообще? Мне кажется, не было. А, было. Было. Ну, пойдем. Слушай, после просто таких... Опасайся деревьев. Ну вот ты мне говоришь, и это максимально неприятно, что ты мне это говоришь. Опасайся деревьев. Ты что? Ты что, с ума сошел? Какие деревья? Они тут везде. Какие
нахрен деревья? Сука, тут даже непонятно, в какую сторону бежать. Какая мразь сейчас вылезет? А, сюда нельзя, понял, сюда нельзя влево. Ёпта! Ну слушай, я бы, наверное, сильнее испугался. А что, из тебя что-то выпадет? Ты как пинята? Нет, из нее ничего не выпадет. Плохо. А мне бы не помешал шприц. Так. Да почему вы меня бьете? И вы как-то должны, не знаю, передо мной появляться. Ах ты ж. Сука. Опасайся деревьев, говорят. А, иди ты нахер, слышь. Все, я собрал... Дерево. Все, я понял, в чем прикол. Опа, дерево. Опа, дерево. Опа. Ой-ой-ой, дерево. Так, вот два дерева. Обошел. Вошел. Никого нет за мной? А тут... Тут что-то должно быть, слушай. Знаю, как далеко можно пройти. Все. Иди, иди. Ух ты ж, блядь. Как я так прошел? Ой, идите вы в жопу. Почти мне все жизни потратили. И ты бись от меня. Дай пройду. А куда мне идти? Она мне путь перегородила. Дай пролезть. Ты что, не сюда? А куда? Я еще прикинь, правильно пошел. Ой, как ярко. Ой, как ярко. Что это такое? Тут тоже опасаться деревьев? Или нет? Что это? Кто-то бежит на меня? Я никого не вижу. А зачем такая грозная музыка играет? Вы кого пытаетесь напугать? А, все, пошли приходы. Блять, пошли приходы. Слушай. Ну, это все. Просто знаешь, меня вот что раздражает вот в этой игре? Вот на кой хер? На кой хер мы все это собирали? Столько у меня было шприцов, столько патронов, столько оружия. Чтобы в конце все это потерять. Я еще пойму, что там в конце, там где-то перед финалом появится... Зах, прекрати. Что в конце... Ага. Что в конце появится... Это наша сумка. Успел. Так, я не буду рисковать. Она долго держится. Ждем еще. Если в конце появится сумка, у нас вся опять оружие у нас будет, но это будет хорошо. Но если упор был на то, что типа ни хрена подобного. Так, все, пойдем. Отлично. Долго держится. А-а-а! Ой-ой. Обман. Я мог пролезть. А нет, нас прищемит просто. Так, закрывайся. Закрывайся. Что? В мясо? Серьезно, в мясо? Опасайся деревьев. Черт. Слушай, ну сейчас получится пройти, я думаю, адекватнее. Опасайся деревьев. А! Блять! Куснула.
Так, деревьев, опасаемся деревьев. Нормас. Да, еще орут так неприятно. Так, ну пойдем. Короче, суть какая? Чисти компьютер. Чисти свой компьютер. От пыли. Сука, от пыли. Пыль — это просто кошмар. Особенно говорят мне, если животные в доме есть, то это тоже влияет на вот эту всякую пыль. Так, что у нас там дальше? А, нам сюда. Смотри, вот та, которая была наоборот. Штука. Та, которая наоборот была. А там вниз, вниз вообще что, умрем? Ну вот тут как будто да. А вот там как будто специально было. Там как будто специально было, что мы могли... что мы упали. Ага, пойдем. И тут еще нельзя рывком. Да, он рывком в ползке не идет. Так. Ага, есть, есть, получилось. Вот этот момент. Смотри. Долго держится, да? А что? Так, давай. Пойдем. А что за обман? Он не идет, он еле-еле идет. Ты кого обмануть решил? Пойдем. Блять, это... Меня просто жестко наебали сейчас. Ох ты. Так, давай. Будем рывками тут ходить, а то смотри. Они убивают с первого раза. Это ж, сука, просто дверь. Закройся. Так. Смотри, она закрывается. Ага, прошли. Ух ты, твою мать! Как так ты? Ага. Давай. Закройся. Есть. Что, все пока? Ты кто такой? Блядь, дерется ногами. Брейкдансер. Это брейкдансер. Брейкдансер. Прикол. Как ты так плясал? Все? Так. Это было интересно. Ну видишь, все. Даже шприц остался. Не зря проиграли. Никого нет? Так, и внимательно, внимательно ищем еще шприцы. Это же вещь, которая нам нужна. Вот чуйка, что осталось совсем недолго. То есть осталось совсем чуть-чуть. Ой, ну слушай, приятненько, сверчки, дождь, класс. Класс. Но будет ли тут... Будет ли тут моя сумка? Будет ли тут что-нибудь? Так. Да, еще. У меня проблема-то что была? Ой. А, вон врач. Вон он ты, сука, доктор. Я тебя вижу. Проблема еще что у меня была с краем фирм. То, что у меня... меня подвел микрофон, представляешь? Просто микрофон подвел. У него просто... провода порвались. Вот из такого говна был микрофон, представляешь? Я что, обратно пришел? Просто... Не знаю, как это назвать. Протерлись провода. Хотя все аккуратно, всегда лежало. Ну, как я выяснил, просто из говна сам материал провода. Кто бы мог подумать, с одной стороны, что так оно может произойти. Красиво все, аккуратно лежало. А теперь все. Пришлось срочно что-то исправлять. Но подстава была жесткая, прям
прям перед записью. Смотрю, не хватает, не хватает, почему-то не схватывается микрофон. Потом присмотрелся и выяснил, почему не схватывается микрофон. Я думаю, нам нет смысла даже пытаться заходить. А я выйти хочу. Во-первых, мне нужно сохранение на таком месте. А ты как считаешь? Я считаю, надо. Там орут. Там придури какие-то орут, придури орут. А сохранения нет. Я думаю, что оно... О, а вот оно. А вот и оно, собственно говоря. Ну если... Просто почему же, я тебе говорю, не было страшно, потому что, да, был... Это, тут заперто с обратной стороны, это все-таки дверь. Потому что было оружие, и было не очень... Кто-то бежит. Вот теперь тут очень, очень, очень стрёмно, очень стрёмно. Стремнее, чем в этих квартирах. А стремнее потому, что все открыто. Какие-то неприятные звуки. Ух, врываюсь, просто буду поебалу всем бить. Я устал бояться, Все, врываюсь, сука. Никого нету. И ничего нету. Так. Опа. Ничего и никого нету. Сюда, опа. Тоже тихо. Ух, блядь. А, слышишь, это место... Это место мне напомнило вот прям вот этот вот кусок. Вот этот вот кусок. А, фильм стрёмный. Ну сейчас, если не знаю, если смотреть его уже как-то уже в ощущениях прошлых фильмов. Но когда я его посмотрел, он очень был страшный. Это, короче, как же он называется? Искатели могил. Искатели могил, если я не ошибаюсь. Там... там было про... То, как компашка из ребят, компашка из каких-то ребят. Откройте роль ставни, блокирующий лист, ищите источник питания. Там группа ребят. Они снимали эту типа документалки про... Про всякие, про всякую жуть, типа этих экстрасенсов. То есть они ходили, типа, мы переночуем здесь, вот в этой психиатрической больнице, ночь проведем, покажу, как тут страшно. И вот, собственно, там всякая жуть и происходила. Но меня напрягает, потому что тут пока ничего не происходит. Ну, сука, это точно прям такие места, как в той психушке. Возможно, мы тоже в какой-то психушке. Но нам вниз. Слушай, нам просто вниз. Ну, вниз всегда открыто. Внизу. И сразу тихо стало, заметил? Выходите. Нахера я сюда нажал? Ой, еще ниже. Ну точно, это какая-то психушка. Я тебе отвечаю, это психушка. Так. И что? Главное научиться бить. Бля, сейчас какая-нибудь херь вылезет. Видишь, мы так идем по кругу. Или нет? Это... Я дурачок. Вернись назад, пожалуйста. Вдруг тут что-то было? А то я так быстро пробежал. Нет, ничего не было. Так вот, посмотри. Фильмец интересный. Инвентарь полон. А если я тебя
выброшу. И вот так я возьму. Наоборот, так. О! Что? Ёпта! Электрик! Электрик! Я просто молодец. Найдите доктора. Видишь? Если не работает свет, зови меня. Я тебя починю очень быстро. Какие-то дурачки там все ломать начали. Какие-то дурачки начали все ломать. И сейчас они будут идти сверху. Смотри. Смотри, сейчас пойдут. Нет, удивительно. Сейчас слева, справа. Ой, жопа сейчас начнется. О, ой, бля. Нет, слушай, нормально. Вы что, обманываете моё... Ах ты... Что такое? А, только это... Хрень с ножницами. Бляха. Да ёб твою мать. Вот так. С первого раза. Подожди, а я думал... Я думал, что это она бегала с ножницами. Блин. Так, подожди. Я думал, что это она бегала с ножницами. О! Пушка, блядь. Дай, где? Где? Выбрось к херам эту палку, выбрось ее. О, спасибо. Вот теперь поспокойнее. Немножечко. О, ясно. Так. Теперь мы делаем вот так. Теперь мы делаем вот так. Да, теперь мы собираем пушки. Включаем свет. Дайте мне свои патроны. Это дробовик. Ты представляешь, это дробовик. Вот он где, родненький, лежал все это время. Вот он где он был. А шприц мне брать некуда. Во тьме бегать, сука. Во тьме бегать. А, ладно, выброси. Возможно, когда-нибудь я найду сумку. А зато у нас есть дробовик. Представляешь, как хорошо, что мы сюда зашли. Вот это просто, это шикарно. Это такие отличные новости. Патроны. Записка о Пурнелле. Есть нечто странное в этом докторе Пурнелле. Доктор Пурнелл. А, доктор Пурнелле. Доктор Пурнелл, возможно. Есть нечто странное в этом докторе Пурнелле. Возможно. Что? Что за набор слов? Так, ну я не буду тратить патроны. А мы можем поиграть? Нет, тут все. Тут все на суперклее. Как ни прискорбно это признавать. Но все на суперклее. В мойке у нас ничего нет. Реглер. Наверное, это правило. Потратил лишнюю патрон. Лишний патрон я тебя потратил, собака. Так, он вроде бы... Ага, не тратит. Все, отлично. Это мы сюда зашли просто за патрончиком? Слушай, одни черные, неразблокированные, видимо. Наверное, какие-нибудь такие же потом откроются. Так, и получается, у нас что есть? У нас что есть? Выход. У нас есть выход наверх. Там тоже должен быть свет. А у меня оружие. Блять, пришла ко мне. Еще одна должна быть. Еще одна там где-то. Вышли меня... От меня не отстанете, да?
Вы ж теперь будете везде. Так. Смотри, у нас времечко подходит к концу. Я думаю, что, скорее всего, сейчас будет жопа начинаться как раз. Поэтому здесь мы сохранимся на этом моменте. И пойдем уже разбираться с доктором. Возможно, останется последняя серия. Мы тогда это сделаем уже потом. Возможно, и закончим, а возможно, нет. Но это будем смотреть. Поэтому подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим видео с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всего хорошего.